Так, вот еще один. Тут тоже еще не все побитые стекла. Блин, смотрите, какой прикол. Рабочая подстанция, которая издает звуки. Здесь уже все оторвано. И тоже лестница поломана. А нет, не вот сюда, вот в этом. Резерв 220, 27 вольт. Что-то здесь включалось. Даже окошечко еще целое, не разбито. Так, ну лестницу здесь схреначили, так что попасть на второй этаж опять у нас не получится. Ну и здесь мы что видим-то? Видим, наверное, то же самое. Что ему сказать, слов нету. Разбомбили вообще все. Вот полочка еще осталась. Эти лампы все посгнили. Угу. На меня что-то капает сверху. Да все идентично. Я просто надеюсь на то, что может быть вообще пол почему-то внизу. А эхо тут нету. Интересно. Товарищ начальник, можешь зайти? Ага, заходи. Слушайте, все хотел спросить. А что у вас здесь за бардак-то происходит? А что за бардак-то? Да что-то все здесь у вас развалили вообще. Ужас какой-то. Вы что не следите-то за тем, что здесь происходит? Вот карта. Видите? Ну, вы что не знаете, куда нападать надо? Где у нас Америка? Вот она. Ну и все. Надо ее сделать просто очередной областью. Или автономной республикой. Республика Америка. Американская республика. Да. Выходим. О, вот тут как дверка отделана. Да, подстанция-то рабочая. Слышите, гудит? Странно очень. Ведра какие-то стоят с водой.
Непонятно. Деревце тут упало. Я думаю, блин, что за звуки? Это птица какая-то летит. Трава здесь выше человеческого роста. Угу. О, блин, шахта какая-то. Ну, это кобеля, походу, приходили. А тут узел был. Как их завязывать? Деревья растут наверху. Много-много. Но сюда не вижу смысла заходить. Все то же самое. Однако вот какой-то другой объект. О. Там смотрю. Плита бетонная упала. Здание сильно аварийное, конечно. Вот это давно заброшено. О, арматура торчит из разных углов. Это вот раз упало. Мы сейчас попробуем сюда вот пройти. Однако. Ну здесь тоже не получится на второй этаж подняться. Даже мыслей нету, для чего это могло быть. Ну вот тут на ней разметка какая-то нарисована. Что-то не знаю зачем. Послышал, что там машина какая-то работает. Да нет, вроде. Еще одно здание. То ли недостроенное, то ли настолько разрушенное. Представляете, сколько здесь денег похоронено? И их уже никак не отбить. Никак. Это просто трэш. Ладно. Продолжаем двигаться вперед. Вот мы дотопали. Еще до каких-то двух объектов. И видите насыпь. Походу в этой насыпи тоже что-то замаскировано. О, блин, там еще какое-то сзади здание. Я не понял, тут вход-то есть. И тоже смотрите, на крыше деревья растут. Давненько. Тут, наверное, вход, да? Или нет? Или мне так кажется? Ага. Ничего себе. Тут ровчик. Придется через окошко вылазить. Подождете? Видите, чуть-чуть подождали, и мы уже сразу, хоп, внутри. Идем. Ё-моё, лестница живая. Только на крышу мы не можем подняться.
А так на второй этаж, пожалуйста. Ну, тут ничего такого и нету. Еще одно такое же здание. Я до него, конечно, дойду в надежде на то, что, может быть, там лестница еще целая. Здесь тоже какие-то насыпи. Ладно, продолжаем. Тут почему-то арматуру не вывернули охотники за головами. Просто пипец. Какой странный лес. Еще одно здание. Не пойду я к нему. В него, точнее. А вот там вот два человека что-то собирают. Но они нам не конкуренты. А, причем это же здание точно такое же, как это. Не вижу смысла идти и смотреть. Поэтому движемся вперед. Вот я заглянул. Ну, видите, тоже нет ничего. Ну, это там пацаны просто металл собирают.